Дочь Натальи Стариной Надежда в социальных сетях натолкнулась на сюжет телеканала «Самара ГИС» за 2016 год о самарском знамени. В новостном материале использовали документальные съемки визита болгарских представителей в Куйбышев в 1976 году. В то время бабушка Надежды Лидия Алексеевна Шувалова работала в управлении культуры и встречала болгарскую делегацию. Этот момент увидела ее внучка Надежда в сюжете. Лидия Алексеевна Шувалова тогда подружилась с болгарами и даже побывала в солнечной стране с ответным визитом в составе поезда дружбы, о чем при жизни часто рассказывала дочери и внучке. Это была поездка. Она просто не могла долго в себя прийти после этого. То есть их встретили. Нейка ей подарил букет роз. Она говорит, что я сколько была на праздниках, я такого букета никогда не видела. Они сделали в несколько этажей его, вот такой вот. Не вот такой, а вот несколько этажей розы. Неподъемный просто. Я, говорит, его держала, боялась уронить. Их привезли на центральную площадь Старой Загоры. И там устроили хоро. То есть они все друг за друга вот так вот потихонечку стали браться и по кругу. И кончилось тем, что вся площадь танцевала хоро. Воспоминаний о поездке в Болгарию у Лидии Алексеевны было много, а вот фотографий и видео не сохранилось. Но теперь семейный архив пополнился. Телеканал «Самара ГИС» передал Стариным диск с записью документальных кадров с участием Лидии Алексеевны. Мы вот стали просить, чтобы нам дали запись эту. И вот любезно Михаил Перепелкин мне сейчас вручил диск. Большое вам спасибо. Теперь мы будем свою бабушку видеть всегда. Этой осенью в эфире телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин в программе «Город. История. События» расскажет о визитах в Куйбышев украинской и болгарской делегаций. В нее войдут и воспоминания Лидии Шуваловой, подкрепленные уникальными историческими фактами. Мария Левина, Михаил Перепелкин, Сергей Баскин. События.